Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Раз, раз, на месте, стой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, зафиксировался, восемь. Внимание, равняйсь. Сыра! Так, что дальше? А! Тема сегодняшнего занятия — граната! Отставить гранату! Женские колготки! Да. Женские колготки поступили на вооружение вчера вечером при невыясненных обстоятельствах. Зеркало себе вчера купил. Никак не могу на себя насмотреться. Красавец просто, а? Красавец. Главное, не до... Сейчас, секунду. Не до... Что ж такое-то? Кто-то звонит. О, из магазина. Да, алло. Здравствуйте. Да, я. Хорошее зеркало у вас купил. Да, это, ну... А? Кривое? Для комнаты смеха. Ага. Вот вы мне продали кривое зеркало для комнаты смеха, да? Ну, нормально. Угу. А и что мне теперь делать, если я себе нравлюсь в нем? Угу. Зеркало вернуть, а самому куда пойти? До свидания. Вот, значит, передача «Галилео» сегодня посвящена... Здесь же пусто, друзья. На самом деле я никогда не говорю по бумажке, потому что я прекрасно все держу в голове. Наша следующая тема это мотайте уже, давайте быстрее, да. Вот об этом будет наш первый сюжет. Кстати говоря, его не будет, потому что его не забыли снять. Увеличивается или увеличается, это тоже не важно. Но вполне исполнимый элемент для многих спортсменов. Авкробафтов. В 1888 году в русских газетах появилось сенсационное сантамтение. Так что, друзья, скажем так, не само сальто важно, а сила пинка. Безумно можно быть первым. Как там у нас говорится? Забыл. А, вспомнил. Это в мире интереснее, чем вам кажется. До свидания. И пошел такой.